Вот батюшка поехал куда-то утром. Куда поехал? Говорит, что в Яно-Богословский храм. Там служит архиерей. Его то ли священник пригласил, то ли архиерей. И торопится туда. Вот вчера я тут был на работе. Вот мои голуби тут дикие, дикари. С утра пораньше за мной гоняются. Вот оно как. Вчера я занимался тут, что потяпал маленько вокруг все. Новые лунки сделал. Водой пришлось полить тыкву. Что тут ничего не, никто не ухаживает за этим. Это яблоня растет. Это Егоренко тут все занималась. Надежда Павловна, Царство Небесное. Это вот у нас виноград. Потеряевки то ли застыл, то ли еще, не знаю. Это у меня дальше растут сирень под окнами. Надежды Васильевны нет, это ее два окна, а она все утепляет у себя. Это вишни, эти малина, вот смородина, смородина, крыжовник. Это я вот нахожусь около храма. Здесь мы молимся. Это у нас труба такая туда выходит. Лестница. Это вот, вот тут. Иду прямо передо мной, они садятся рядом, дикари. Прикормил их. Вот, щавель. Ревень, вот он, ревень или ревень, как назвать его, не знаю. Вот рядом дом, тут двухэтажный есть. Когда у меня голуби сильно летали, я туда залазил, шпиль один мешал, попросил убрать. А там дальше он игровой какой-то центр. Тоже я попросил его, чтобы разрешили. Вот бутылки висят. Что когда голуби садятся, я дергаю. И она там в бутылках камушки, они гремят. И уходят. Голуби летят тогда. Видите, как есть. Яблони, сирень. Это участок, который дал мне Господь, как с неба опустил. Когда я освободился, то судился. 11 лет шел суд и выиграл и. Они должны были мне 11 миллиардов. То, что я сидел, это вот на березу. Елку посмотреть утро, утро сегодня. Суббота, 21 мая 2016 года. Здесь это, не знаю, калина, черноплодно, все какие-то деревья тут еще есть. Это детские качели. Вот, можно было еще больше тут что-то снять. Меня интересуют голуби больше. Вот они. Вот они ходят за мной. Гули. Вот сколько утро собрал их тут с окрестности. Туда ко мне на чердак лезть, и вон сколько их. И еще. Там у меня кошка сидит, нынче кот заболел. Заболел, простыл, сопли текли. Я его туда не посылал. И за неделю, две или летом тут никого не было. 10 мешков пшеницы пропало. Мешков. Полностью в дребезге, одна труха осталась. Вчера сам поднимал, подвешивал их. А сейчас вышел, у кошки рядом лежат мыши, там она их складывает, душит их. Но что с вами делать, а? Ну-ка, давайте сюда. Вот сейчас мы посмотрим, как они тут будут у меня. Чтобы... Ну-н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 у. Гули. Вот они где-то, передо мной тут уже. Вот они мои, гули. Гули. Вот они прям под ногами тут крутятся, с руки едят. Я приучаю, чтобы они у меня жили среди породистых. И тогда породистые перестали болеть. Сейчас я им дам мои гули, хорошие гули. Ну-ка, подходите, ешьте. Вот они мои гули, хорошие. Никого нету, снять даже некому. Ну, гули мои гули. Вон сколько их. Ну, все, смолотили мигом. Коричневый среди них.
Вот они где, атакуют буквально. Любят семечки, ужасно как. Дерутся между собой. Но у меня там 5 штук с голубями породистыми есть. И они то ли гоняют их, или какая, что-то от крыльев там разносится такое, что перестали болеть. Вертлячка такая, голова у них закруживается кверху, и они все погибают. Ну, поэтому я решил Потеряевку отправить, пометил их. Пускай они будут нам прокормить, конечно, можно, поменьше тех пущу. Вот вы, так и знаться с людьми. Здоровый человек, видишь, помогает, тут друг друга преследуют все время. Вот он погнал его, теперь будет гнать. Это если голубка, то он так ее гоняет, сватается. Долбит и долбит. Ты зачем меня ударил кирпичиной по плечу? Я затем тебя ударил, познакомиться хочу. Ну вот так и есть. Вот он я здесь. Вот он у меня голубь где сел рядом. Рядом со мной сиди. И все на этом. Стоит только крикнуть, как гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули. Вот я что тут делаю? Банка. Опрокидываю, из нее одной рукой тут беру. Гули, 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 гули. Ох, они все, вот они прилетели. Давай, давай. Гули, 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 гули. Давай. Вот они мои гуленькие. Давай скорее. Давай, гули, 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 гули. Ой, пятятся. Все. Хоть сколько давай, все съедят. Все, отошел голуби.